Центре региональных коммуникаций был проведен брифинг для СМИ на тему дноуглубительной работы в реках Кигач и Урал, организованной гражданским центром. Главная цель мероприятия на реках Кигач и Урал – увеличение популяции исчезающих ценных пород рыб на рыбоводных каналах, обеспечение свободного прохождения рыбы на нерест, создание благоприятных условий для биоразнообразия речной среды, а также мелиорации и углубления русла рек. Общая стоимость проекта составляет более 5 миллиардов тенге. Согласно проекту, предусмотрено углубление русла реки общей протяженностью 150 километров. Подрядная организация, осуществляющая эти работы, является акционерное общество «Павлодарский речной порт». Участники собрания задавали вопросы представителям подрядной организации об эффективности проводящейся работы. В частности, представители гражданского центра и специалистов отрасли особенно интересовал вопрос количества используемой техники и сколько кубометров грунта и почв было выкопано и убрано со дна реки к этому времени. В 2017 году должны были быть эксплуатированы по Кигачу 11, в 2018 году 12 земснарядов, не говоря о другой технике, 2 плавкрана. Мы там не усмотрели 2 плавкрана. Тоже по Уралу земснарядов у вас в 2018 году должно там работать 8 штук земснарядов. А вы сказали, по-моему, да. 2 единицы. По Уралу 2 единицы, по Кигачу 3 единицы земснарядов. Да, вы ссылаетесь на проект организации строительства, где по проекту вообще изначально были предусмотрены земснаряды с меньшей производительностью. Соответственно, у нас один земснаряд с производительностью 1600 кубов перекрывает производительность 5 земснарядов. Участники брифинга подчеркнули необходимость создания специальной мониторинговой группы для наблюдения за работой подрядной организации и важности информирования населения о качестве и результатах работ крупных проектов. Напомним, что дноуглубительные работы были проведены в 80-х годах прошлого века. За последние 40 лет вода в реке Урал не только уменьшилась до критического порога, но и сильно загрязнилась.